Полезный город. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Ольга Шустова, начальник отдела маркетинга компании «Кировспецмонтаж». Приветствую вас, Ольга. Здравствуйте. Продолжаем разговор о жилом комплексе «Лайф» от компании «Кировспецмонтаж». В предыдущих передачах подробно поговорили о доме на «Энтузиастов-23». Безусловно, любой житель многоквартирного дома заинтересован еще и в современной, благоустроенной дворовой территории, да, дворовом пространстве. Есть ли возможность прогуляться, подышать свежим воздухом? Как будут решаться вопросы озеленения? Что будет предусмотрено для желающих заняться спортом, для детей? Все дома жилого квартала объединены концепцией дворов без машин. Удобно, безопасно, нет никаких выхлопных газов. Вместо масляных пятен у вас во дворе красивая и благоухающая площадка. Этот тренд к нам пришел из Москвы и теперь уже применяется практически во всех проектах «Кировспецмонтаж». К озеленению у нас отдельный подход. Примером этому может служить уже сданный дом на Михеева 18. Там во дворе все тщательно и заботливо подбиралось с учетом сезона и характера цветения растений. Например, там высажены такие красивые и редкие для наших мест растения, как китайский тополь, туя, сахаристый клен, красный дуб. А вот интересный вопрос. У многих же собственников рано или поздно, особенно когда дети появляются, возникает желание посадить дерево вот где-то рядышком от места, где ты живешь. Можно как-то об этих вопросах договориться? Об этих вопросах можно договориться с управляющей компанией, они будут только рады. А для детей можно поподробнее рассказать, что предусмотрено? Детские горки, площадка? Да, детская площадка разделена на зоны по возрастам. Здесь будет удобно и комфортно, и безопасно детям разных возрастов. Площадка построена таким образом, что дети разного возраста не мешают друг другу. Не пересекаются. И при этом всем интересно, как малышам, так и уже взрослым и подросткам. Для самых взрослых жителей, конечно же, есть тоже места отдыха. Например, на Михеева 18 есть уличный амфитеатр, где мы уже сейчас проводим различные праздники. Например, в феврале уже провели Масленицу. Ну и план мероприятий, видимо, тоже будет, и активно будут жители приглашаться сюда. Да, конечно, все анонсы уже размещены в соцсетях. То есть это сцена и какое-то определенное количество сидячих мест, как принято говорить, где могут уютно разместиться люди. Будем рады вас услышать по телефону 511-111 или заходите на сайт ksm-kirov.ru. Благодарю за эту информацию. Ольга Шустова, начальник отдела маркетинга компании «Кировспецмонтаж». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте naš.dom.rf. Специализированный застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Полезный город.